Я подписывал газету, приезжал в «Маяк». Обычно это было где-то 23.15, 23.20. Ну, ехать по ночи, это 10 минут. И я прихожу, сидят какие-то ребята, да, там. У тебя что случилось? У тебя помер, что ли, кто-нибудь? Я входил с такой рожей, что люди совершенно искренне спрашивают, у тебя что-нибудь мать заболела? Ну, вот. Я говорю, да не-не-не, я сейчас два двойных, и все нормально. То есть это реально стрессовая ситуация каждый день. День вполне мирно начинался с летучки. Сперва редколлегия оценивает вышедший номер, и тут первый малый стресс. А не было ли у нас прососа? Просос, он же явный просос. И просос позорный. Когда читатель знает что-то такое, чего не знаем мы. Когда людям становится известна некоторая новость, которой не было в газете, это просос.